Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Хочу показать свой цветок. Называется Брассия Internal. К сожалению, вот у него уже начали выдать эти цветы. Но есть вот один, вот второй еще он цвету. У него вот еще нет, чтобы вот этот не раскрывшийся. Было 5. Еще двое там растут. Еще двое есть ростки, они поздно начали, и надеюсь, что вот это и еще один внутри. Надеюсь, что они скоро тоже выдадут цветоносы, как вырастут. Я покажу вам вот эту красоту. Запах неимоверно красивый, цитрусовый. Это у меня эпидендрум севлайе, который я купил в Таиланде.